Определили лучших по профессии. В Ленске прошел конкурс профмастерства среди слесарей по ремонту автомобилей. В нем приняли участие представители 7 подразделений акционерной компании «Алроса». Все подробности у Олеси Васевой. Конкурс состоял из двух этапов и начался официальным открытием. Участников приветствовали представители принимающей стороны, управления «Алмаздортранс», а также руководство «Алроса» и «Профалмаза», учредителя всех конкурсов профмастерства. Первую часть, теорию, сдавали в виде теста. Практический, наиболее зрелищный этап состоял из 3 заданий. Учитывая, что перечень работ слесаря по ремонту автомобилей достаточно широк, комиссия остановила свой выбор на самых распространенных – снятие установка переднего колеса, снятие установка задней полуоси и промер шатунных шеек коленчатого вала. Приходится применять на практике довольно часто, потому что это непосредственно моя работа. Сложнее мне показалась, наверное, работа со снятием колеса переднего, так как оно тяжелое оказалось, то есть вот с этим возникли вопросы и с попаданием его на посадочное место. В первую очередь учитывалась скорость. В отдельных случаях она подводила участников. Штрафные баллы начислялись за нарушение техники безопасности, беспорядок на рабочем месте и несоблюдение технологической карты. В ней отражен весь алгоритм выполнения того или иного задания. Но подводить итоги комиссии было непросто. На конкурс приехали лучшие. Поэтому разница в баллах тех, кто вошел в первую десятку, была минимальной. В итоге первое призовое у сотрудника Мирнинского ГОКа. Победитель конкурса профмастерства – это не просто громкое звание. Лучшим от «Профалмаза» вручается премия. А обладатель первого места получает главный приз – сертификат на санаторный отдых по программе «Профкурорт». Их вручили уже 10 победителям общекомпанейских конкурсов. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Михаил Сенаторов, телеканал «Алмазный край».